Коллеги, рядом со мной Заур Абуталимов, компания iVision. Здравствуйте. Добрый день. Давайте подробнее о компании. Чем вы занимаетесь? iVision – это облачный сервис видеонаблюдения и видеоаналитики. Мы предоставляем различные видеоаналитические сервисы, в первую очередь по подписочной модели из облака, когда вы можете просто повесить камеру и буквально за несколько минут получить распознавание лиц, различные подсчеты посетителей или же аналитику кассовых операций и многое другое. Чем вы можете быть полезны? Чем эта аналитика и, в принципе, ваша компания может помочь ритейлерам? Это наш ритейлер, вообще ритейл, это наш, наверное, ключевой клиент. И, собственно, весь наш бизнес направлен на то, чтобы повысить эффективность их бизнеса. Что конкретно? Вот представьте, бизнес в онлайне. Вы запускаете сайт, соответственно, тут же навешиваете на него какой-нибудь Google Analytics, Яндекс Метрику и начинаете получать всю необходимую информацию, сколько к вам на сайт зашло, сколько из них конвертировалось покупка и так далее. Вот мы предоставляем точно такой же инструмент и продукт для офлайн-ритейла. Вы вешаете несколько камер, и эти камеры начинают в онлайн-режиме считать, сколько мимо вашей точки проходит людей, сколько из них заходит на точку, вот эту конверсию, соответственно, как они перемещаются по залу, где они больше останавливаются, это подсвечивается вам специальные тепловые карты, так называемые. На основе этого собственник бизнеса, собственник, владелец магазинов или большой сети магазинов может очень быстро понимать, насколько эффективно работает тот или иной магазин, как в одном магазине, как в различных магазинах, как бы проходящие мимо конвертируются в покупку, что в конечном итоге, собственно говоря, является основной метрикой, чтобы как можно больше тех, кто зашел, что-то купило. На основе этих данных он может менять выкладку, он может правильно расставлять рекламу, в конце концов правильно настраивать работу менеджеров, мерчендайзеров и так далее. Получается, все понимают, что эта аналитика нужна, при этом компании-ритейлеру нужно закупить свое оборудование, свои сервера, попытаться сделать так, чтобы все сервера сходились в один большой сервер, найти специалистов, и это стоит огромных денег, и самое главное, это большие временные затраты. Ваша компания позволяет все делать быстро, точно и получить только ту информацию, которая им нужна, которую сразу получится сделать, перевести в результаты в деньги. Абсолютно верно. Для того, чтобы организовать такую систему подсчета конверсии, такой продукт самостоятельно или же с использованием традиционных решений, вам нужны огромные капитальные затраты. И в первую очередь это на серверное оборудование, действительно нужны специалисты, которые будут это настраивать, специальный софт и так далее. В случае облака вы, еще раз повторюсь, вешаете камеры, включаете сервис, который стоит, собственно, совершенно адекватных денег, вот нескольких тысяч рублей в месяц, и тут же начинаете получать эту статистику. Попробовали, понравилось, понимаете эффективность продукта, помогает он вам, пользуйтесь дальше. Нет, но значит, просто выключаете подписку и больше ничего не платите. Замечательный тот случай, когда мы понимаем, что цена непосредственно этой работы может быть многократное увеличение рентабельности конкретной точки, многократная рентабельность выкладки, рентабельность, в принципе, точки как таковой, может быть, ее и не стоит делать в этом месте, получается не такая большая цена за то, что бизнес процветал. Абсолютно верно. У нас достаточно много кейсов уже собралось, когда мы помогаем действительно клиентам понять, что же с его точкой не так. Был один кейс, когда просто в одной точке, соответственно, стала падать выручка. И как бы администратор магазина, директор не мог понять, с чем это связано. Оказалось, что подключил данную подписку, включил продукт iVision Analytics, он называется, он обнаружил, что, собственно, падение выручки стало последствием того, что людей меньше стало заходить. А людей меньше стало заходить, оказывается, из-за того, что они буквально за несколько дней поменяли название. То есть они перевесили его в другое место, и, соответственно, стало оно просто, его стало хуже видно. Вернули обратно, выручка вернулась на должный уровень. И таких кейсов огромное количество. И самое главное, это все можно сделать очень быстро. Это как бы мы стремимся к тому, чтобы офлайн-ритейл, офлайн-бизнес в целом получил те же инструменты и такие же простые инструменты,
как и онлайн-бизнес. Замечательно. По факту мы реально можем не видеть какой-то ключевой момент, который для нас абсолютно незначителен, но он сыграл фатальную роль в том, что выручка упала, при этом вы можете помочь вернуть все как было и сделать даже лучше. Совершенно верно. И более того, я добавлю, этот эффект особенно хорошо виден, когда у вас большое количество территориально распределенных магазинов. Это различные магазинов или других видов бизнеса, франчайзи, когда за всем, за отдельными магазинами уследить достаточно сложно. Одно дело, когда у вас одна или две точки, или маленький магазинчик, вы, наверное, там сами все знаете. Но вот когда бизнес разрастается и он большой, это как бы бесценный инструмент в каком-то смысле. Спасибо большое. Пожелаем вам удачи и на нашем форуме, и в принципе в жизни, и в бизнесе. И надеюсь, что ваша компания будет полезна всем игрокам рынка, ритейлерам, и покупатели тоже оценят вашу работу. Спасибо большое. Спасибо.